Всем привет! С вами Green Knight, и мы продолжаем с вами Assassin's Creed. Сегодня мы убьем купца Дамаска, Альбуну Квода. Он будет устраивать крупнейший пир, и мы проникнем на него. Направляемся к нашей цели. Мы узнали, что он тратит деньги горожан. Ты не смеешь красть у меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Почему ты так со мной? Что я поможем горожанину. Черт, умри его! Совсем выжил из ума! Верно, ты же что? Ну, верно, я тебя поймаю! Ты умрешь! Что? Это добро мне кончится. Умри, неверный! Узнает о твоем подвиге. О, нет, это ужасно. Что случилось? Найден еще один флаг с рацинов. Вы понимаете, у меня совсем ничего нет. Бежать некуда, старик. Нам нужно проникнуть на пир. Возможно, кого-то спасем, и они помогут нам проникнуть. Пожалуйста, господин, подайте. Умоляю вас. Мы не должны дать ему возможность не сделать это. Этот город наш. Он всегда... На помощь! Помогите кто-нибудь! Чемерония не успешен. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими. Возможно, сейчас ученые нам помогут проникнуть на пир. Поняли, что значит быть героем. Мы должны дать им отпор любой ценой. Это недобрый знак. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их. По-моему, они идут не в ту сторону. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Найдем, значит, другой путь. Слава, что тебе нужно, друг. Абсолютно. Он точно разобьется. Попробуем через крышу и перепрыгнем через забор. Ты меня не видишь. Так, где? Ага, вот они. Доски. Там ходит стража, надо аккуратно. Так, мы с вами проникли на пир.
А вот и наша цель. Добро пожаловать. Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вечер. Прошу, ешьте, пейте, веселитесь. Здесь есть все, буквально все, что пожелаете. Отдыхайте, я подожду. Думаю, что вы довольны вечером. Очень хорошо видеть, что вы рады, счастье для меня. Мы переживаем темные дни, друзья мои, но нам надо находить в себе силы и для веселья. Война угрожает нам. Салах ад-Дин храбро сражается за то, что он верит, и каждый из нас должен оказывать ему поддержку. Лишь ваша щедрость позволяет ему продолжать войну. Я предлагаю тост. За вас, мои друзья, за тех, без кого мы не оказались бы там, где мы есть. И пусть вы получите за это достойную награду. Какая доброта! Я не ожидал ее от вас, от тех, кто так быстро осудил меня и так жестоко. О, не притворяйтесь! Вы считаете меня глупцом, не так ли? Думаете, я не слышал слов, что вы шептали у меня за спиной, а? Слышал, и не смогу их забыть. Но не для этого я собрал вас здесь. Я бы хотел еще кое-что сказать о войне и о вашей роли в ней. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей. Вам даже неизвестно, за что мы деремся. Сохранность святой земли, говорите вы. Отпор нашим врагам, но этим лишь лжете сами себе. Нет, причина всех страданий – страх и ненависть. Вы боитесь тех, кто не таков, как вы. Поэтому вы боитесь и меня. Сострадание, жалость, терпимость – эти слова ничего не значат для вас. Так же, как не значит они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства. И я говорю, хватит! Я посвятил себя другой цели. Да, да, другой. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить, бок о бок, друг с другом. Жаль, что никто из вас не увидит его. Убивать каждого, кто пытается сбежать. Вина была отравлена. Попробуем добраться до него. Так, нас уже заметили. Хватит бегать, тебе все равно не уйти. Ты от меня не уйдешь. Я слышу твое дыхание. Разберемся сначала с лучниками. Так, ножи у нас закончились. Но мы и так справимся. Да иди ты сюда. Ушел. Где еще? Отрублю голову! Не дай тебе уйти! Я тебя поймаю! Давайте направимся к нашей цели. Да не хотела сюда залазить. Как удачно ты вышел. Покойся с миром. Твои слова больше не причинят вреда. Зачем ты это сделал? Ты крал деньги у тех, кому должен был служить. Помогал какому-то темному делу. Я хочу знать, куда и на что ушли деньги. Взгляни. С
сама моя природа отвратительна для людей, которыми я правил. Только мое положение мешало ненавидеть меня открыто. Значит, это была лишь месть? Нет, не месть, скорее совесть. Как я мог финансировать войну во славу того самого бога, что называет меня мерзостью? Если ты не поддерживаешь Салахаддина, то кого же? Я думаю, в свое время ты узнаешь. А может быть, знаешь и сейчас. Тогда зачем прятаться и совершать злодеяния? Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь у людей жизни, убежденный в том, что это пойдет на благо мира. Малое зло во имя большого добра. Мы с тобой одинаковы. Нет, у нас нет ничего общего. Я вижу это в твоих глазах. Ты сомневаешься. Тебе не остановить нас. Новый мир будет построен. Теперь надо уйти. Как же плохо, что он не умеет плавать. Если вы создали волнение, разумно будет... Попытка номер два. Отлично. Да ты издеваешься. В смысле? Метательные ножи поражают врагов издалека. Отлично. Уходим. Давай, бежать тебе некуда! Ищите его! Расступитесь! За ним! Прикройте, ребята! Ах ты какой! Он хочет меня убить! Да не хочу я тебя убивать. Я просто хочу убежать. Зачем ты здесь стояла? Правильно, рубите сами себя. Понарежем парочку кругов и где-нибудь спрячемся. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверно, король. Мы должны защищаться. Я стою перед вами. Ну как же ты заметил, а? Блин, метательных ножей нету. Уходи. Убейте его! Да ты какой! Так, где у нас бюро? Бюро. Ага, вижу. До меня дошли вести о твоем успехе, Альтаир. Царство страха Абу-Аль-Нуквода закончено.
Рад слышать это. Он убил их. Гостей, пришедших к нему в дом. Отравил ядом, оружием трусов. Обвинил их в разжигании войны и сказал, что хотел ее закончить. Странно. Впрочем, про короля купца всегда говорили, что он не в себе. Может, это было просто очередное проявление безумия? Может быть. Я не убедил тебя. Поговори с Аль-Муалимом. Возможно, у него есть лучшее объяснение. Да. Посмотрим, что он мне скажет. Перемотка на более поздний участок памяти. Ну что же, нам помогут вернуться к Аль-Муалиму? О, да, отлично. Если вы сорветесь, карабкаясь, хватайтесь за уступы. Подойди, Альтаир, поговори со мной. Хорошо. До меня дошла весть о твоем успехе. Я благодарен тебе, как и вся страна. Ты приблизил мир, избавив города от преступных правителей. Вы так в этом уверены? На людях отражается то, какими методами правят вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги не согласились бы. О чем ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они ни о чем не жалели. Даже умирая, они оставались уверенными в своем успехе. Думаю, что их что-то связывает. Хотя они и не признавали этого. Есть разница, Аль-Таир, между той истиной, о которой говорят, и той истиной, что мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы. Так проще. Но в твоей природе замечать, задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю. Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите, я должен замечать, потом, что не должен. Как это? Ты получишь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопрос. Вы ведь вызвали меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение. Осталось еще два правителя. Ступай. И лиши их власти. Он дал нам новые сапоги. Новая способность. Мастерство меча. Можно потренироваться во дворе. О, нас сейчас этому, походу, и научат. Аль-Таир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Конечно. Почему бы и нет? Используйте меня как грушу для битья. Так, ага. А, уклоняться можно будет. А, отлично. Великолепно. Работа мастера. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Понимаю, у тебя много дел. Так, теперь направимся в Иерусалим. Давайте сразу в бюро. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые в Масиафе или украсть их у бандитов. Мира и покой тебе, Малик. Ни того, ни другого в этом городе не найти. Что привело тебя сюда? Аль-Муалим приговорил к смерти Маждаддина. Что ты знаешь о нем? Покинув город, Салах ад-Дин оставил его без правителя. Машд ад-Дин решил занять его место. Его оружие — страх и принуждение. У него нет никаких прав на трон повелителя. Он не доживет до завтра. Не спеши. Это тебе не бандит с большой дороги. Он правитель Иерусалима, а значит, отлично охраняется. Нужно тщательно продумать операцию.
Постарайся узнать о нем побольше. Постараюсь, если ты поможешь. Где лучше всего начать поиски? Что я слышу? Ты просишь меня о помощи вместо того, чтобы требовать. Я впечатлен. Переходи к делу. Как скажешь. Думаю, тебя могут заинтересовать два места. Первое находится к юго-западу отсюда у мечети, а второе на юге. Одно из них – это самая южная церковь, а второе место – на улицах города, близ синагоги. Благодарю за помощь, Дарри. Не провали задание, Альтаир. Направляемся к нашему новому расследованию. Думаю, нам будет найти новую точку синхронизации. Да, скорее всего, вот она. Ну, она достаточно близко, и мы ее уже видим. Так, а, это не она, окей. Тебе здесь делать нечего. Выходи. Извини, парень. Ты был на моем пути. А, вот это вот арка, да? Ну что же. Опять терроризирует горожан. Обязательно. Так, что у нас открылось? Кража. Ну, давайте сразу туда направимся. И потом, наверное, вот на эту точку. Спасем по пути человека. Почему ты так со мной? Что я сделала? Ты заплатишь за свои грехи! Не получилось, окей. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. О, нет, это ужасно. Я буду с тобой до конца. Полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Так, слишком далеко. Подойдем поближе. Видел заказ? Нам надо починить площадку для проведения очередной казни. Это та, что у западного края храма Соломона. Я как раз туда направлялся. Столько смертей. Скорее бы вернулся настоящий правитель и принес бы правосудие в этот город. Да, а не тот фарс, что устроил из суда Маждадин. Как такое вообще могло произойти? Все, кто пытался заменить Салах-ад-Дина, погибли по разным причинам. В конце концов, место досталось Маждадину, а ведь он был простым писцом у эмира. Как удобно. Не удивлюсь, если именно он стоял за этими смертями. Тихо! Если нас услышат стражники, казнят за измену на той самой площадке, что будем чинить сегодня. Идем, пора за работу. Хватит оборачиваться, парень. Иди. Отлично. Не слишком доверчиво. Направляемся к точке синхронизации. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Это больно! Перестань! О, еще один флаг. Кого-то где-то обижают. Но не видно.
Кто на нас смотрит? Кто? Уходим. Нет. Не понимаю, чего он хочет добиться. Так, как бы теперь залезть? Сможешь? Нет. Что? Да, отлично. Надо на этот крест залезть. Нет. А, вот так вот, отлично. Так, надо допросить кого-то. Видать, опять глашатого. Нет, посмотрите, человек, чем отвернувшийся от закона. Ибо закон был дарован нам Всевышним. Да отстаньте вы от меня. Один понимает это. Он накажет преступников и защитит праведных. Нет ничего дурного в том, чтобы сообщать о тех, кто отвернулся от закона. Мы ничто без нашей веры. Отказаться от закона значит отказаться от веры. А этого нельзя допускать. Проследим за ним до темного переулка. Да уйди ты. Да какие назойливые. Парень, ты слишком долго идешь. Ты куда там пошел? Зайди уже в темный переулок. Уйди. Не трогай меня. Ладно, это не темный переулок, но все же. Может, тебе стоит развернуться? Помогите мне! Ах, ты грязный разбойник! Да ты-то чего привязался? Хватит! Я еще дышу. А значит, тебе нужна не просто моя жизнь. Что ты хочешь? Ты хорошо знаешь Маждадина? Лучше многих. Он выглядит слишком праведным. Закон действительно важен для него. А ты как думаешь? Я думаю, он что-то скрывает. И надеюсь, ты скажешь мне, что. Это лишь маска. Все это. Такие, как я, мы должны пугать людей, вселять страх. Те, кого он убивает, не преступники. Но они очень опасны. Опасны для кого? Для их планов. Да. Он говорит и о других. Тех, с кем он работает. Или на кого работает. Я не уверен,
Им нужен город. Управлять им очень важно для них. Почему? Можешь спросить его самого на одной из казней. Он очень разговорчив. Беседует с толпой. А руки у него обогрены кровью. Это все. Теперь нужно будет быстро скрыться, пока никто не заметил. Так, нам нужно еще одно задание, но пока что его не видно. Возможно, оно где-то здесь. Искушает нас. Вот, а где же ты? Будьте сильными. Сильными. Кто ведь? Похоже, он куда-то очень спешит. Что он делает? Что без... Поможем горожанину. Грязный воришка! Увидишь, что ты не можешь. Kime boyun eğmek istiyorsun? Замечательно. Да хватит. Уйдите. Умри. Кто еще? Нападай. Не иди сюда. Тебе клянусь. Что? Кто это сделал? Кто это? Милости в Аллах. Так, успели уйти. Так, где-то еще неподалеку горожанин. На той стороне. Убирайся прочь, пока цел. Прекрати, ты делаешь мне больно. Ну, погодите же. Что он делает? Попробуем незаметно. Это больно. Медленно. Тамплиер, как же ты не вовремя. Подходи. Ух ты какой. Умеешь сражаться? Ну ты сильный. Похоже, придется уйти. Нет. Как же ты не вовремя. Не спешите. Если вы двигаетесь медленно... Слава богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. Это та, которая последнюю спас, что ли? Замечательно. Так, пробуем добраться до точки. Так, у нас был допрос, кража, и еще должно быть подслушивание. Птичка, уйди. Так, подслушивания здесь нету. Давайте тогда направимся сюда.
он пошел? Они пошли против воли. Кому он бежит? Мы так весь город исследуем. Бедные больные пухнут с голода. Подайте пару монеток. Для чего он это делает? Ну, не стоит ему так верить. Ой, флаг надо было забрать. Ну ладно. А то еще эти разозлятся сейчас. Ой, как удачно. Да уйду сейчас, подожди. Посижу, как орел, пару секунд. Не целься, не надо. Плохая идея. Ну зачем же ты так? Так, подслушивание есть, уходим. И все. Господи, больше криков было. Ну, заберем тогда флаг. Отстань. Прости, Ахмат. Они пришли так неожиданно. Мой сын? У них мой сын? Что с ним сделают? Мы делали все, что могли. Что с ним сделают? Его казнят. Сегодня. Нет, я не допущу этого. Но что мы можем? Машт один не послушает нас. Он говорит, что волю Бога оспаривать нельзя. Это не воля Бога. Это безумие. Я сам пойду к нему. Где он? Он будет присутствовать на казни. Вернее, проводить ее. Он этим просто наслаждается. Нельзя терять времени. Идем. Так, расследование завершено. Направляемся в бюро. Подготовимся к убийству. Отдохнем. Поможем горожанину. Ну как же ты не вовремя? Подходи. Просто мастер. Да отпустите вы камеру, господи, там стражник идет. Уходим. Больше так не делай. О, боже. Так, возьмем парочку ножей. Уйду. Все, отстань от меня. Вот арка, значит, бюро недалеко. Умри, вот! Смотри-ка, что он делает? Что это с ним? Расступитесь. На помощь! Да не хотела тебя убивать, господи. Есть новости, ученик? Я не ученик. Мастерство человека видно по его поступкам, а не по знакам различия. Мы можем обмениваться колкостями, а можем заняться делом. Говори, что хотел сказать. Маждаддин устраивает публичную казнь. Там будет охрана, но ничего такого, с чем бы я не мог справиться. Я знаю, что мне делать. Вот поэтому я и называю тебя учеником. Ты не можешь знать, лишь предполагать. Ты должен быть готов к тому, что не прав.
Сколько раз, Альтаир, мне нужно напоминать тебе об этом. Как скажешь. Ты закончил? Не совсем. Один из тех, кого должны казнить, наш брат. Аль-Муалим хочет, чтобы он остался жив. Не думай о том, как спасти его. Этим займутся мои люди. Но ты не должен допустить, чтобы Машт-1 забрал его жизнь. Я не дам ему шанса. Надеюсь. Перемотка на более... Ну что ж, попробуем спасти нашего брата. Направляемся к месту казни. Но она не особо далеко. Прости, парень. Как ты? Зря ты обернулся. Так, стражники, вы не хотите меня пускать, походу. Тогда пойдем по крышам. Он должен прекратить это ребячество. Вот, вот наше место казни. Покинь это место. Хорошо, хорошо, ухожу. И как же к тебе подобраться? Тишина! Я требую тишины! Люди Иерусалима, услышьте меня! Я обращаюсь к вам, чтобы предупредить. Среди вас есть недовольные. Они сеют семена несогласия, надеясь сбить вас с истинного пути. Скажите мне, вы хотите этого? Хотите, чтобы вас завели в трясину лжи? Нет! Не хотим! Вот еще! Вы хотите дать отпор злодеям? Хотим! Да! Веди нас! Ваша преданность радует меня! Зло должно быть уничтожено! Лишь тогда мы будем спасены! Это не правосудие! Ты не имеешь никакого права! Что ты о себе возомнил? А вы все бездействуете, потакая преступлению! Будьте вы прокляты! Видите, как зло распространяется и поглощает других! Они хотели вселить в вас страх и сомнения, но я защищу вас! Вот перед вами четверо впавших в грех. Распутница, вор, игрок, еретик. Да свершится над ними правосудие Всевышнего! Так, нужно успеть добраться. Шлюха. У нее много имен. Но грех остается неизменным. Она осквернила свое тело ради мирских благ. Каждый, кого она касалась, запятнан навеки. Наказать ее! Шлюха! Этот человек лжет! Я здесь не потому, что ложилась с другими мужчинами. Не получилось. Будем сражаться. Ну, какой ты? Давай. Вставай. Подходим. По одному. Давай. Кто следующий?
Так, ладно, будем действовать сами. А то они долго очень. Пошел. Отлично. Нечестно со спины нападать. Давай, 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 вставай. Метни нож кого-нибудь. Отлично. Еще и удар заблокировал. Умри. Ты что такой верткий? Пошел вон. Нападайте. Минус. Ты остался один. Твоим злодеянием конец. Нет, нет, я же только начал. Скажи мне, какова была твоя роль в этом? Ты хотел обелить себя, как остальные, и найти оправдание своим действиям? Братству был нужен город. Я хотел власти. Это была такая возможность. Возможность убивать невиновных. Они не были невиновными. Несогласные слова ранят, словно сталь. Они нарушали порядок. В этом я согласен с братством. Ты убивал людей за то, что они не разделяли твои веры? Конечно, нет. Я убивал их, потому что мог это делать. Знаешь, как это? Ощущать, что судьба другого в твоих руках. Ты видел, как люди приветствовали меня? Как боялись. Я был словно бог. Ты бы поступил точно так же, если бы у тебя была такая власть, такое могущество. Может быть. Но я знаю, что бывает с теми, кто считает себя превыше остальных. И что же? Здесь. Я покажу тебе. Что, вас потом освободят? Тогда уходим. А, только не этим путем. И уже в бюро. Иерусалиму нужен новый правитель. Я слышал об этом. Надо же. А где же твои поучения? Я же наверняка допустил какую-нибудь грубую ошибку. Ты сделал, что должен был сделать ассасин. То, что ты ожидаешь хвалы за выполнение такого простого задания, беспокоит меня. Тебя все на свете беспокоит. Можешь поразмышлять об этом, но только по дороге в Масиаф. Здесь тебе нечего больше делать. Перемотка на более поздний участок памяти. Чтобы он вернулся с победой! Направляемся в Масиаф. Нас туда переместят. Отлично. Если вас обнаружили во время битвы, используйте свободный бег. Подойди, Альтаир. Расскажи об успехах.
Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаке. Похоже, придется найти другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны. Клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis, Domine, non nobis. Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности, верно? На что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Альтаир, твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры. Дополнительные ножи. Метательные, что ли? Направляемся в Акру. Там находится наша следующая цель. Кого он убегает? Интересно, куда это? Если за вами наблюдает встревоженный стражник, вы должны немедленно исчезнуть. Даже малейшая оплошность привлечет его внимание. Узнаем, кто наша следующая цель. Рафик. О твоих деяниях говорят, Альтаир. Ты на самом деле желаешь искупить свою вину? Я стараюсь. Порой ты хорошо справляешься. Я полагаю, работа нас воссоединила. Да. Вильям Монферрат – моя цель. Что можешь сказать о самом человеке? Вильям назначен регентом на время отъезда короля на войну. Многие считают выбор странным, но ввиду произошедшего между Ричардом и сыном Вильяма, я думаю, план короля неплох. Какой план? Ричард и сын Вильяма Конрад во многом не ладят. На людях они не показывают виды, но ходят слухи, что они таят злобу друг на друга.
Еще и тот случай с плененными сарацинами. В результате Конрад вернулся в Тир, а Ричард заставил Вильяма остаться в Акре в качестве гостя. В смысле заложника? Как тебе угодно. Именно поэтому Конрад ничего не предпринимает. Я не силен в политике. Все твои действия влияют на будущее этой страны. Ты тоже политик, в некоторой степени. Возможно. Где мне стоит начать поиски? Цитадель Ричарда — это к юго-востоку отсюда. А лучше — рынок напротив нее. Или собор Святого Креста. Там всегда полно разговорчивых горожан. Наконец, границу портового района с районом госпитальеров на западе. На твоем месте я бы начал с этих мест. Прекрасно. Не буду более тебя беспокоить. Это не проблема. Ну что же, продолжим в следующей серии. А на сегодня все. С вами был Green Knight. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока.